Впереди у горожан три выходных дня. 12 июня жители страны отметят День России. В этот день пройдет множество мероприятий. Глава города 12 числа вручит паспорта юным жителям, достигшим 14 лет. Обширную программу подготовили и коллективы дворцов культуры. Афиша на экране. 11 июня в 12:00 на площади Согласия Дворец культуры Распадский организует программу «Я, ты, он, она». В 13:00 экологический центр Кузнецкого Алатау приглашает на мероприятие, посвященное столетию заповедной системы. Его посетят участники всероссийского автопробега. В 15:00 на площади Дома культуры «Железнодорожник» праздничная концертная программа, посвященная Дню России. 12 июня в 12:30 на площади Весенний конкурс рисунков на асфальте «Солнце над Россией». В 15:30 на площади Согласия игровая программа для детей «Моя Россия».